Сергей Михалков. «Праздник непослушания». Издательство «Детская литература», 1975 год. Глава 11. Все, что можно было перед уходом закрыть и запереть, взрослые наглухо закрыли и заперли, оставив для детей открытым доступ лишь к тому, из-за чего в семьях чаще всего проливались потоки слез. Не было молока в молочной, хлеба в булочной, овощей в зеленой и мяса в мясной лавке. Только в кондитерской «Сладкоежка» и в табачном киоске «Аромат» оставались еще нетронутыми некоторые сорта кондитерских и табачных изделий. Зато все мороженое, все пирожные, а также шоколадные батончики были съедены, и вся фруктовая вода выпита в первый день праздника непослушания. Зайдя со двора, Фантик нашел окно, которое было неплотно прикрыто, и, отворив его, забрался в молочную. Он знал, что никому нет дела до того, что какой-то малыш зачем-то лезет в какое-то окно. Но все же Фантик чувствовал себя как-то неловко. В другое время он бы никогда себе этого не позволил. Но на что не пойдешь ради больного ребенка? На прилавке стояло несколько бутылок с молоком. Фантик откупорил одну и отпил глоточек. Молоко прокисло. Уже во дворе Фантик встретил кота Пупсика. Тот, видно, тоже искал лазейку в магазин, чтобы чем-нибудь поживиться. «Там ничего нет», — сказал Фунтик. «Лови мышей». Кот, понимающе мяукнул и нырнул в подворотню. Конечно, проще всего было бы дать турнепке принять какую-нибудь микстуру, но не было доктора, чтобы ее прописать, и аптекаря, чтобы приготовить. Вернувшись без молока, Фантик вскипятил ведро воды и, накрыв над ним голову турнепки мохнатым полотенцем, дал ей подышать горячим паром. Ей сразу стало легче, и она повеселела. «Фантик, оставайся у нас жить!» — предложила она. «Мы с Репкой поместимся на одной кроватке, а он тебе уступит свою. Она тебе как раз по росту». «Я лучше буду вас навещать, а сейчас я пойду и посмотрю, не нужна ли кому-нибудь еще моя помощь», — ответил Фантик и в дверях помахал турнепке ручкой. А со двора уже доносился чей-то голос. «Репка, Турнепка, Фантик случайно не у вас?» Глава 12. Наступил второй день праздника непослушания, однако в городе не чувствовалось праздничного настроения. По улицам слонялись бледные, неумытые, нечесанные, невыспавшиеся дети. У одних болел живот, у других кашляли и чихали. На бульваре можно было встретить грустных малышей с отцовскими трубками в зубах и печальных девчушек, перемазанных маминой губной помадой и бабушкиными румянами. Канарейки в клетках нахохлились и перестали петь. Цветы на окнах завяли и опустили головки, потому что никто больше не напоминал детям, что птичек надо вовремя кормить, а цветы поливать. Голодные коты и кошки начали, наконец-то, ловить мышей. Продолжение следует.